best performance or the best day, but you can promise to yourself that you're going to play hard. Даже не чувствуется, что тепло стало. Вся команда сегодня боролась. Выставили против болельщиков, можно сказать, в первую очередь. And all the team hit you all the time. So it was a great game and we did it together. Tonight we really showed, and then in this playoffs we really showed that we can play defense and we can fight. Спасибо всем тем, кто болел за нас по телевизору, играл дома. Спасибо всем тем, кто пришел за нас сегодня поболеть, несмотря на то, что было сегодня 20 тысяч сердечных зрителей, болельщиков, они кричали, пели, но все равно какие-то паузы, хорошие моменты нашей игры мы слышали, ЦСКА вперед, и это приятно, это радость.